уважаемые учителя, дорогие ученики, заботливые родители и уважаемые гости! День знаний – это праздник новых открытий, новых возможностей. Для первоклашек это удивительное путешествие в новую жизнь, в новую школьную жизнь. Для остальных ребят это очередной этап своей будущей профессии. Дорогие ребята, учитесь, впитывайте знания, потому что они вам в будущем помогут достигать намеченные цели. Всех поздравляю с этим праздником, добрый путь! Вчера еще не знал, что такое школа, и себе не помышлял даже про такое. Мама с папой почему-то сильно волновались, в голове не спали ночью, за меня боялись. Раньше мы играли в школу, но закончилась игра. Нам завидуют сегодня дошколята со двора. Дорогие школьники, я поздравляю вас с днем знаний. Я желаю вам усердной учебы и, конечно же, не забывать про детство. От стеклассников я прочитаю этот самолетик.